Дорогие друзья, всем привет из Голубицкой. И вот сегодня я отвечу на очень частый вопрос такой: есть ли у нас прогулки на катерах по Голубицкой, вот здесь по Азовскому морю. Прохожу я сегодня такой. Вы все помните, я скидываю вам вот эти вот фотографии, да, вот этих прогулок телефонов. И смотрю, здесь у нас женщина сидит интересная очень. Я к ней подошел, спросил, она сейчас нам расскажет про эти катера. Вот мы находимся в Голубицкой, посмотрите, в этом месте, где гостевой комплекс 555, курортно 97А, напротив нее. И телефончик я вам оставлю, потому что очень много интересуются люди вот этими прогулками. Может быть, кому-то пригодится. Здравствуйте, а как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я вам сейчас расскажу про это. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Татьяна. Я вам сейчас расскажу про этот маршрут. Вот этот маршрут у нас весь начинается вот прямо отсюда. У нас подходит сюда автобус. Мы здесь туристов забираем и везем. Буквально мы едем минут 20 на турбазу «Затерянный остров». Это морская 41, да? Вот оттуда, с этой турбазы, у нас выходят катера. Эти катера у нас идут по реке Кубань с выходом в Азовское море. Вот. Вся прогулка у нас вот это вот составляет 2 часа. Стоимость билета 1500 взрослых, 1300 детских. Мы идем, значит, по реке Кубань с выходом в Азовское море. Выходим мы, значит, в Азовское море недалеко. Если есть волны, мы далеко не ходим. Если нет волн, мы заходим поглубже в море. Затем мы возвращаемся на Затерянный остров. Там есть такой вот затерянный дикий остров, он такой с корягами совсем. Это вот Дива остров, который или просто? Вот я про него, про Дива остров не знаю, но он полуостров, он не остров, он полуостров идет. Он с одной стороны омывается рекой, с другой стороны морем омывается. Вот мы на эту турбазу приезжаем, вот так отсюда, откуда убываем. Все, и пошли мы, значит, туда, вышли на этот остров, на затерянный, погулять. Мы берем с собой бутерброды, компоты, полотенца. Вот он, вот этот вот остров, видите, вот куда вот мы прибыли. Бутербродики, компотики, полотенца, купальнички. О, какой там пляж красивый, да? Да, вот это вот такая интересно. Вот дикость у нас такая вот красивая такая. Вот мы там, значит, купаемся и затем возвращаемся по реке Кубань. Вся прогулка у нас идет 2 часа, ровно 2 часа. Вот, видите, как у нас тут люди купаются, все красиво это. Интересно, экзотика, короче, экзотика, говоря. Да. И возвращаемся затем обратно на турбазу «Затерянный остров». Садимся в автобус и прибываем вот сюда, где вот стоит вот этот вот сейчас. Видите, вот автобусик стоит. Вот мы сюда приезжаем. Все это где парковка вот эта, да, платная, вот да? Вот эти вот все действия у нас происходят вот здесь, вот отсюда. Мы здесь все оплачиваем, отсюда поехали. А по телефону можно записаться? Либо только сюда приходить, да? Нет, почему? Только по телефону. Можно по телефону. Вот у нас можно вот показать телефончик. Мы вот всем выдаем вот такие вот брошюрочки. У нас, значит, вот эти вот телефончики. Можете на мой записаться. 8-900-82-613-64-32. Татьяна меня зовут. Все, так что приезжайте. А до какого числа вы будете еще работать? С какого и до какого? Ну, вот в этом году? Мы работаем. Мы начали работать поздненько, мы потому что вот разрабатывали вот эту вот программку интересную, потому что море всегда штормит, и в море как бы там видов особых никаких нет. Вот. А здесь вот видите, все такое. Такая интересная программа. Вот мы вчера проходили, мы там встретили целую группу поросят, как они называются, дикие поросята. В общем, много птиц всяких наблюдается. Ну, так вот интересно. Вот эти коряги многие берут, привозят себе для аквариума. Оказывается, если в магазине купить такую корягу, она стоит 1000 рублей. Я думаю, почему у нас туристы охапками привозят? Вот видите, так вот мы выходили в открытое море. Ну да, практически у нас, значит, сервис развивается в Голубицкой. Конечно, да? Развивается. Будем как будто дальше. Мы где-то в Черном море, там на яхтах. Да. Будем дальше будем развивать. У нас планы очень такие большие. Молодцы. Это Голубицкая, Голубицкая такая очень уютненькая, уютненький такой городочек для отдыхающих. В общем-то, есть хорошие такие, зоопарк есть, аквапарк есть, очень много всего хорошего. У меня дочь побывала с внучкой в зоопарке, зоопарк очень понравился. Очень. Ладно, такой. Татьяна, я больше вас не буду мучить, чтобы вам видео не затягивать. Нет, меня не замучили, просто так что приезжайте и катайтесь. Да, все, удачи вам большое. И вам надо тоже прокатиться и посмотреть, что это такое. Как-нибудь видите? Обязательно. Вот у нас прокатимся. Вот такой катер идет, и еще катер большой. У нас вообще как бы 4 катера. Вот. Людей немного садим. Вот здесь, видите, идет большой рядышком катер. Вот этот вот гот-тент очень большой, интересный. Вот видите, как все. Тенты, все это, вот жилетики, все, значит, катера все лицензированы, лицензии получали в Новороссийске, проходили. Так что все безопасно.
капитаны надежные, водители тоже у нас надежные. Спасибо, так, спасибо. Пожалуйста, приезжайте, ждем.